Так, пацаны, всем салам. Воскресенье. Сегодня у нас этот помощь другу. Знакомый тут позвонил, самосвальчик один. Мурик, салам, как дела? Мурик, завтра после обеда шабашка есть. В Каменку надо поехать, где тюрьма. Там чулок Камазовский загрузить и к Мухтару на третий промпроезд отвезти. Ну, после обеда ты сможешь, нет? Короче, я порвал эти отходы свои, повез на речку, порвал и чулок порвал, и редуктор порвал на КамАЗе. А у Ромы там старый КамАЗ, мы завтра с утра поедем, открутим это все. Там надо будет кабину скинуть, раму приподнять, чулок вытащить как-то так, не знаю, я там еще не видел, не знаю. Ну, после обеда, я думаю, там полдня повозимся мы. Потом, если что, если занят не будешь, позвоню я, привезем, если что. И я ему пишу 2500 час, и он мне сразу: окей, все, никаких там по-братски там туда-сюда, все, вот раз, мужской сразу ответ, красавчик. Надо что-то ему там перевести, чулок, что-то, мост задний. Все, машину завел уже, все, плюс 7, температура заводится. Отлично, не дымит, все нормально. Сейчас поедем, чуть поснимаю там, что там, как. Этот, забываю все время, в какую сторону кардан крутится, когда задом сдаешь. По часовой или против часовой? Вот я сейчас телефон, этот, камеру поставлю, а вы посмотрите, потом в комментариях напишите, пожалуйста. Вот именно с этого ракурса, да? А то путаюсь я все время. Кардан, кстати, не камазовский, а мазовский. С какого-то одноосного маза. С 236-м двигателем. И с коротким делителем. Вот так было написано. Вот с подвесным. Длина ровно 2 метра у него. Вдруг кому-то интересно. Все, едем по прямой. Погода отличная, но гор не видно. Какой-то туманчик как будто там в горах. А вообще тепло, градусов 15, короче, уже вот. К 12, к обеду. Жара прям вообще бешеная. Зерновозы зимой, эти блоки возят у нас. Так, вот тюрьма у нас тут, строгий режим. Здесь где-то налево надо. Ага, вот семафорит Женя. Там чуть-чуть грязновато, говорит, ну, проедешь. Сейчас посмотрим, что там за тема. Мостик такой стрёмный, вообще зарос уже грязью, травой. Ничего не видно там. А, что-то у меня этот уже держатель вообще разваливается. Никак не могу купить нормальный держатель для телефона. Ну так нормально, как бы скользко. Сейчас еще резко повернуть надо, тоже на подъемчик. Там в моменте он чуть-чуть даже чуть не остановился. Тут, короче, кентяра тоже самосвальщик. В общем, тут надо чулок забрать или мост целиком, сейчас посмотрим. А провода, смотрите, две линии идут, 6000, прям где мне нужно работать стрелой, прям над ними вот этот слева КамАЗ,
Его надо разобрать. И сейчас будем кумекать. Ебать тут провода, бля. Как бы не опозориться. Салам, пацаны! Салам, салам! А что вы тут делаете? Салам тебе загрузил. В общем, вот покороче максимум сейчас стянем. Хорошо, все в чермерке, в принципе. Можно ломать, крушить. Покороче, чтобы до проводов пониже максимально. Ага. Ну а что делать? Не скажешь, не, я не буду, не положено, 6000 вольт, там, 30 метров до ЛЭП, а без наряда допуска я не буду, да вы чё, да у меня дети. В общем, план какой, снимаем кабину, ставим рядом, потом снимаем раму. Раму перекладываем тоже в сторонку. И уже потом один... Какой мы? А, средний мост мы взяли, да, по-моему? Да, средний мост ему надо. В сборе прям с редуктором, со ступицами. Ну, такой нормальный, как бы. Сейчас в магазин пойди, блин, золото, все за каждую мелочь. Ну, ревизию сделают по-любому сейчас, редуктор обязательно вытащить, ступицы все полося там, раскидать, хотя бы глянуть, ну что все на месте, и потом обратно соберут. А старый, что получилось у него, в чем проблема, этот, ну гайка раскрутилась, короче, вылезла, ступица, полось там, разворотила чулок, да, они заварили. Ну, на место собрали, чтобы доехать, заварили. И что интересно, говорит, без полуоси, говорит, без блокировки он едет почему-то. Хотя, ну, не должен ехать. Полуося вытащили, а он все равно едет. Шланг сняли даже, ну, блин, что-то не то. Все равно едет. Из этого, ну, уже, будем говорить, значит, что-то с редуктором заклинило там что-то, я не пойму. Все, вот средний редуктор закинули. Сейчас что-то там еще переставим обратно, чтобы не мешало. В общем, что получилось, порвал, короче, все, говорит, и редуктор, и чулок. Поэтому вот сейчас в сборе нашел, ну тоже там у товарища. Все по-братски, как Вадик там пишет с Мурманска. По-братски, говорит, у вас все. Да, у нас все по-братски. Так, это у нас Шалушка. Новые участки. Всем манипуляторщикам из Шалушки салам алейкум. Вот так тут народ строится потихоньку. Ну, здесь ровно, да, вот есть ровные места. Не на косогорах, блин, не на горах там где-то. Вот. Ну, слушай, эти газели все время под ногами крутятся, крутятся, лезут все время. Зла на них нет. Ага, моргает аварийкой, говорит. Спасибо, да, или пожалуйста. Извини, братан, говорит, я сам камазист, как я тебя понимаю. Так, приехали вот на ремонт. Слева вот пациент наш. Там асфальчик, справа какой-то из цехов, куда надо мост закинуть. Сейчас посмотрим. Захожу, они уже там чай пьют, уже успели. Все задом сейчас заезжаю. На бок туда надо куда-то скинуть. На яму заеду. И сбоку куда-то. Все там завалено, честно говоря. Хорошо, высота позволяет цеха.
туда заехать и рядом на бок выкинуть, а то обычно приходится с улицы как-то очень далеко приходится запихивать. А тут нормально, покороче сейчас зацепим. Закрутим как-нибудь цепями. Ну и вот, собственно, виновник торжества. Вот так вот. Это уже заваренная гайка. То есть она открутилась, выкатилась ступица, упала и на полуосью развальцевала чулок. В общем, лежала вот эта лебедка у меня лет 10, если не больше. Новенькая лебедка с КамАЗа вездехода. Как-то я ее прикупил, и вот все никак. Хотел приспособить назад ее себе, но никак руки не доходят. Все это сложно, долго. Решил я ее послать ребятам из Марс-Марс, Сергею и Роману. Но не просто так отдаю, а меняю на кое-что интересное. Кое-что покажу, когда это кое-что ко мне уже придет. Вот сейчас я ее отправлю, потом они мне отправят, и только тогда.